Выпуск продолжит тема лекарственного обеспечения. Почти 19 тысяч тонн медикаментов завезли в Казахстан с начала года, включая октябрь текущего года. Производство лекарств в стране в стоимостном выражении составило 112 миллиардов тенге, на 13,2% меньше, чем годом ранее, передает Energy Prom KZ. По итогам октября цены на фармацевтическую продукцию в стране выросли на 13,3% за год. Сильнее всего рост цен ощутили жители Алматы сразу на 17,5%. Второй в списке антилидеров значится Мангистауская область, плюс 17,1%. Затем идут Актюбинская, Житысуйская и Жамбылская области. За последние годы предельная цена лекарственных средств не превышала 70% от общего количества, 15%. Случай повышения было по причине повышения цен производства, а также 15 случаев отмечается понижение предельных цен. Согласно данным Бюро национальной статистики, цены на фармацевтические препараты в октябре 2022 года по сравнению с октябрем выросли на 13,3%. В основном, согласно статистике, повышение цены на такие препараты, как ацетилсалициловая кислота, на 27%, ацикловир на 38,4%, хилакфорте 39,8% и раствор йода 34,9% и другие лекарства. Следует отметить, что последний пересмотр был в декабре 2021 года. С этого периода цены не предусматриваются на лекарственные средства. Следующие изменения планируются в следующем году.